Xin chào khán giả của kênh truyền hình Vút Noe TV, tôi là Phong Điệp. Tôi là Minh Ngọc. Вот так выглядел бы выпуск новостей на Видное ТВ, возьми мы в свои ряды журналистов из Вьетнама. Но коллеги с Востока приехали к нам не для того, чтобы на вьетнамском просвещать жителей Ленинского района об актуальных событиях, а для ознакомления со студией телеканала. Интерес муниципальные СМИ вызвали у делегации не случайно. Две недели журналисты проходят обучение в Институте международного права и экономики имени Грибоедова. И в программу обучения входит посещение разного рода российских средств массовой информации. Мы первый раз в России и хотим повысить квалификацию. Процесс вашего обучения похож на наш, но разнообразнее. Нам нравится здесь, и мы получаем новые знания. Вьетнамские коллеги были удивлены тому, что небольшая подмосковная телекомпания может иметь полноценную студию и выходить в эфир 24 часа в сутки. Им было интересно ознакомиться с процессом создания муниципального телевидения. Мы очень рады и удивлены, что у вас местное телевидение очень профессиональное, и город у вас хороший. Зарубежная делегация «Видное ТВ» посещает впервые. Сотрудникам телеканала тоже было чему поучиться у вьетнамских коллег, ведь они являются журналистами ведущих вьетнамских печатных СМИ, газет и журналов. Мы очень много узнали сегодня о том, как работают журналисты во Вьетнаме, в крупных городах со всей страны. Мы видели, как интересно им то, о чем рассказывали мы, что в таком маленьком муниципалитете есть, как они сказали, серьезная телекомпания, которая показалась им на достойном уровне, и мы очень этим горды. И будем ждать, что не только Вьетнам, но и самые прогрессивные страны нас увидят, к нам приедут сюда, а может, и пригласят нас в гости. Гости были очарованы видновским гостеприимством и пообещали навестить наш телеканал еще раз. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ.